Судья дает свисток к началу второго тайма на Гудисон Парк. Вес. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Видаль. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Видит судья или не видит, но стенка двигается куда-то. Куда же она двигается? Может быть, в раздевалку? Ушел мяч, да, на ворот. И совершенно справедливо желтая карточка. Спорить тут бессмысленно. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Месси. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Забивать надо! Игрок обороны легко прерывает эту подачу. Классный отбор, можно играть. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Мяч на боковой линии. Потеря. Все, в оборону. Месси. Тренер домашней команды меняет тактику. Да, он дает указание применить командный прессинг. Ну что, сейчас пойдет совсем другая игра. Загружает мяч в штрафную площадь. Игра остановлена, будет угловой. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Головой наносит удар игрок. Мяч ушел на угловой. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Вайнштейн. Мяч потерян. Ну же, давай! Отличный удар. Хороший момент, но удар не достиг цели.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Прекрасный навес! Фантастика! Гол со второго этажа. Невероятная игра. Сравнивает счет аутсайдер. Смотрим дальше. Да, здорово завелась команда. Сейчас начнется самое интересное. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. После ответного мяча у нас 1-1. Все в рамках правил, можно играть. Хороший обостряющий пас. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Очередной аут. Джек. Йоу Куаси. Месси! Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. Счет 2-1. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Если бы прошел этот пас, было бы очень опасно, но защитник не подвел. Пас назад, возьми в руки. Тотти. Месси. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Восемьдесят пятая минута матча идет. Швайнштайн. Опасно! Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Тут может что-то получиться. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Хорошая передача. Швайнштайн. За матч остается не так много времени. И этот угловой хороший шанс для команды. Статистику угловых на ваших экранах. Удар головой. И на месте голкипер. Опасно, точнее сказать, напряжен. Месси.